Всем доброе утро. Сегодня у нас 24 мая 2021 год. Время 7:56. А там у нас 42. Здесь у нас все нормально по нулям. 4836. Выходим на линию. И да, покупаем смену на 7 дней. Теперь нам надо отработать смену. Пожалуйста, до свидания. Наверное, вот так надо ждать заказы, да? Так, что мы тут заработали? Получается, за час у нас 654 рубля. Огонь же! Подняться на Калинина. Подняться на Калинина, да? Все понятно. В смысле на Калинина? Где вы находитесь вообще? Мы находимся прямо возле Южного вокзала, прямо на остановочке. Ну, возле Южного вокзала, где автобусная остановка. Ну и напротив Макдональдс, правильно? Вот у туристов явная проблема. Они заказывают в одном месте, а сами стоят в другом. Вон они там стоят. Ну неужели так трудно сразу нормально метку поставить? Это хорошо, я так поехал. А если бы не поехал, вы что бы мне потом бы делать? Кружиться надо было ради них. Вот так вот. 82 рубля. Работа кипит. Пожалуйста. Первая наличечка. Так, ну чё вы смотрели «Stories» мой, да? В субботу я кое-как замонтировал видео последнее. Даже не доделал до конца. И мне стало резко хреново. Звоню, короче, в скорую. Они приезжают, смотрят, щупают, ничего не могут понять. Укол бахнули, сказали, если чё, короче, звони. Но спустя 15 минут мне опять херово, я кое-как до аптеки доезжаю. Таблеточку принимаю. Вроде отпустило. Ровно минут 40 проходит и все. Вызываю, едем. Поездка очень увлекательная была. Вроде газель новая, но ее состояние, она внутри вся ржавая. Сцепления там нету вообще, от слова вообще. Это какой-то трэш. Приехали, короче, кровь взяли, на УЗИ положили, смотрели. Потом что-то там нашли. Говорят, короче, камни у тебя, короче, двигаются. Вышли из почек и вот-вот, короче, пустятся наружу. Вот такая вот ситуация. Так что ничего, в принципе, страшного, смертельного нету. Но теперь диета, правильное питание, все дела. Теперь где-то в стороне будет плакать круассанчик, лежа в пятерочке и плакать. Ай, Мишаня, почему ты нас не покупаешь? Все, никаких круассанов теперь. Так что вот так вот. А на субботу были своего рода тоже планы именно на съемку, потому что заблокировали. Я думаю, сейчас видео сделаю и, короче, выйду по Максиму покатать в субботу. Это же интересно по-любому было бы. А почему заблокировали? Потому что Яндекс посчитал, что я какие-то шуры-муры делаю с документами. Мне очень интересно, какие же. Какие документы можно подделать, если я работаю давным-давно, аккаунт старый. Я не понимаю эту систему. И ладно бы, если бы я бы один бы такой был, а то много людей было заблокировано, пущено в бан просто так. Просто свидание. 81 рубль. Я что-то не понял. У нас соточка упала. Нашел.
Я что-то не понял, вообще ничего. У нас такси подешевело, что ли? Или что за такие цены? Прям совсем нищенские, бичевские. Мисты. Я просто никогда не видел чистый путь. Заказ отменен. Вот вы какие негодяи, а? Перекресток, улица Артиллерийская, Некрасова, Невского. Опять не работает светофор. Как же это все проблематично там происходит. Не первый раз он уже ломается, и никто никого не пропускает. Все спешат, все торопятся, у всех главное. Никто чисто по-человечески не хочет проезжать. Входить в положение в других. Никакой культуры. Спасибо. Пожалуйста, до свидания. 25 минут, 206 рублей. Это фиаско, это бинго. Это, не знаю, как это по-другому еще назвать. Час перелетел, заказ повезет. Везетская тема. День добрый. Здравствуйте. Я вам признал, он перед Уки. Сбер? Можете, Тиньков. Номер телефона можно перевести? По номеру телефона? Ну да. А налички нету, что ли? 5000. Разменяю. А? Разменяю. Ну, по телефону нельзя, да? По Сбербанку. Ну, у меня карта заблокирована просто. А другой банк? Тиньков. Могу на Тиньков. Так, может, лучше на пятерочку разменяю? А, у вас есть разменяю? Да. А, слушай, карта. Как вы в приложении можете поменять способ оплаты на безнал, карту привязать и все. Да вообще ни у кого никаких проблем не будет. Сколько там будет? 119. Главное, нет, вместо того, чтобы карту просто привязать, нет, он получил соточки. Ну все, сейчас время обеда. Быстренький бизнес-ланч, потом по делам. Сегодня, видимо, да, ты можешь помолчать, а? Видишь, пацан разговаривает. Сегодня, видимо, день просто, наверное, такой, да? Одни минималочки, коротышики. А вот начал снимать, да, и опять одни и те же вопросы. Ну, хоть с парком уже определились, все. Насчет парка никто не спрашивает, все знают, куда нужно идти. На этом спасибо, но возникают другие вопросы. Я вот выхожу после часа, как мне заработать много денег? Берешь, включаешь программу и катаешь. Или люди думают, как есть, наверное, какие-то серые схемы, как можно заработать 10 тысяч. Да, по-любому где-то есть, но я ее точно не знаю. Я так же, как и вы, включаю программу и катаю. Если ты проспал или поздно вышел, то, соответственно, ты меньше заработал. А если ты раньше вышел, то ты больше заработал. Опять 7 минут, 89 рублей. Но вы видите, я точно так же, точно такие же заказы выполняю, как и вы. Ничего другого ко мне не прилетает. Хочешь больше заработать? Не знаю, подключи тариф детский.
Хочешь еще немножечко больше? Но если у тебя машина проходит по комфорту, катай комфорт. Если у тебя тачка по К-плюсу проходит, ну катай К-плюс тогда. Никаких здесь схем нету по заработку денег. Все мною, все плачут, работы нету. А ты думаешь, что ты один что-то делаешь неправильно. Ни у кого работы нету. У всех одинаковые заказы. Сейчас туристы приедут. Ебаный урод. И будет побольше работы. Все? Угу. Европа находится где? Вот она Европа. Вот она Европа прямо. И меня дезориентировало. Все, все, вопросов нет. Приношу извинения, брат. Все нормально. Где Европа? А? Где Европа? С хавкой пиздует, а? Здравствуйте. Я надеюсь, машине кушать не будете? Не-не-не-не. Все, спасибо. Ты едешь, да, за человеком? У него главная дорога. Впереди машин нету. Нет, он берет, пропускает. Ему начинаешь сигналить, а он возмущается. Ему что-то не нравится. Барину сделали замечание. И он весь на кипише. Слышали, да? Поезд проезжает над тобой. Есть, короче, примета такая. Когда проезжает поезд над тобой, ты, короче, держишься за деньги, ну, желательно за крупную сумму. И все, и тебе, значит, где-то фартанет, где-то упадет халявная деньга, халявный бабос. Всегда, в принципе, так оно и есть. Нет, у меня. Не, да. Не, ну я тебе могу поменять курс какой-нибудь сказочный прям совсем. Но евро стоит сколько? Минимум 83 рубля он стоит. Правильно? А что меняешь-то? Денег много, но налички нету. А у меня нету. Семерки нету, к сожалению. У тебя 3000 есть? Да. Говорил, надо держаться. Держаться надо. И бабосик придет. Ну, так вот, да. Всем, кто на точке, остров, кнопка кофе. Салам-балам. Вас там очень много слишком стояло. Я даже таких не знаю машин. Спасибо. Пожалуйста, до свидания. Время 5 часов. Еще тут Шиллера Росковый 106. А возьмем. Я ее уже возил, по-моему, женщину эту. Она пошла. Кстати, заказ-то 79 рублей. Не знаю, видно или нет. Отсвечивает 79. Мы пойдем, короче, что мы сделаем. Так, что у нас тут, блин? Что у нас есть? Хо-хо! Ништяк! Иди сюда. Что, успею захавать до прихода ее? Сочная. Блять, не успел дохавать, а? Ничего, что я? Ничего страшного. А то я думал, вы там долго будете. Не-не-не, нормально, слушайте. Сейчас Яндекса посмотрит, скажет, блядь, совсем вообще страх потерял. Ждет прям при пассажирах. Не, а что, это же груша? Висит груша, нельзя скушать. А тут можно скушать.
прям катастрофа. Воды нету. Осталось по тяжелой, по чаю. Люблю чай, как панда любит бамбук. Поставь чайник на плиту. Нихера там надпись. Ой, ну давай, езжай, езжай. Разгорелось, 60 загорелось, офигеть! Горького 201, на Гайдара 99, коротыш. И по-любому сейчас, наверное, ребеночек будет с детской поликлиники. Ну, как я и говорил, да, коротыш, ребенок. Добрый вечер. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у меня немножечко неправильно там где-то сработал навигатор, я не вижу, куда вы подъехали. Ну, я понял, что вы на Челноково находитесь. Елизаветинская 9 вообще. Очень странно. Ну, а нельзя как-то переоформить поездку? Я просто не знаю, куда вас зайти. Или, если вам удобнее отменить поездку, или как вообще можно в данной ситуации? Ну, в данной ситуации давайте я, наверное, к вам подъеду. И вы там мне накинете рублей 20. Да, согласна. Все, спасибо большое. Ну вы там возле Спара стоите? Да, все верно. Ну сейчас подъеду, ожидайте. Привет. Здравствуйте. Пожалуйста, правда, я вот не знала, что так покажут. А вы видели, да, где ваша точка стоит? Да я правда даже внимания не обратила. Я заказала, я обычно заказываю, мне точно. Надо проверять всегда. Да, все нормально, все нормально. Хорошо, видите. И вам тоже до свидания. Не, а чё? Смысл? Не под конец смены портить себе настроение, кричать, визжать, отмена, не отмена, затмена. Все равно сейчас время 7 часов, сейчас тишина, заказов нету. Тем более мне нечего кричать, визжать вообще нежелательно. Ну все, ребята, время получается 7:41. Включил кнопку по делам в сторону заправки. Придет, не придет, а там. В общем, на линии был 9 часов. За 9 часов. Ну что, 100 рублей заработал, поняли? Шучу, конечно. Получается 32 заказа. 4.28. Ну и гарантийка там где-то 1050. Где-то вот так 1030. Вот и считайте. Пятак грязью за 9 часов минус смена, там сколько, 700 рублей минус топливо. А пробег получается, что там у нас было, сколько, полтинник, по-моему, 170 пробег. Ну вот и считайте, получается 3.5 где-то, грубо там. Чистый заработок за 9 часов. Ой, опять Яндекс рекламирую. Да что ты будешь делать, а? Либо Яндекс, либо себя. Больше он ничего не может показать, рассказать. Ну а так, такая вот вышла смена. Подписываемся на все источники. Не забываем про лайк, про колокольчик, на который надо нажать, чтобы быть в курсе нового видео. Ну и все. В принципе-то что, салам-балам, как всегда, всем, кто видел в городе. И, конечно, смена получилась тихая, спокойная. Потому что нечего на скорой уезжать. Всем спасибо за просмотр. До свидания.